Пресвятой Своей Матери, святых славных и сихвальных апостолов, святаго святителя Спиридона, Тримифунского чудотворца, святаго великомученика и целителя Пантелеимона, святаго святителя Луки, архиепископа Крымского чудотворца, преподобных Агапита, Дамиана, Епатия, Киево-Печерских чудотворцев, их же и память ныне, их же мощи ныне здесь мы встречаем, и всех святых. Помилуй да спасет нас, яко благо человека любит. Дорогие братья и сестры, вот Божья милость, Божья воля, что эти святыни оказались сегодня в нашем древнем храме. И вчера тоже вот Господь сподобил, к нам принесли икону из Петербурга. Эта икона вообще, она доставлена из Франции, из Ниццы. Это моленный образ, который был личной иконой моленной командующего Северо-Западной армии Николая Николаевича Юденича. Вот. Это вот его молитвенный образ. И к нам этим образом его благословил его духовник в Киево-Печерской лавре. Вот. Когда еще до, так сказать, революционных событий. Это была его молитвенная икона. И вот сегодня к нам прибыли мощи тоже из подвижников Киево-Печерских. И вот здесь как бы само собой напрашивается такое размышление, что политики наши, к сожалению, сейчас находятся в конфликте, что Россия, что и Украина. Вот. А церковь, она имеет другие границы. Церковь имеет другие, так сказать, мы не можем отказаться от наших братьев на Царстве Небесном, которые сейчас молятся за нас, Киево-Печерские святые, они не делят, понимаете, друг, нас на москалей, хохлов или еще как-то. Вот. У нас есть Дмитрий Ростовский, Туптало, который, мощи которого находится в Ростове Великом. Вот. У нас преподобные отцы Серафим Саровский, которого почитают на Украине, думаю, не меньше, чем в России. Поэтому и вот наши святители, тоже Лука Крымский, вот, и древний святой. У нас в нашей крепости находится самый древний храм на северо-западе в честь святителя чудотворца Николая, угодника Божия. Он был участником Первого Вселенского собора. И вот сегодня у нас частица мощей святителя Спиридона, который сидел рядом с ним на том же Первом Вселенском соборе. Они были вместе участниками этого Первого Вселенского собора. Собор в 325 году он проходил, в 4 веке. И вот, дорогие, как все сплетается, как все соединяется здесь, в этом древнем храме, где мы сегодня с вами собрались, которому уже шестое столетие этой церкви, которая заходила в страшном запустении. Она находилась периодически в этом запустении. Здесь была лютеранская кирха в 17 веке, при шведах. Вот. Здесь во время гражданской войны находился госпиталь армии Юденича. Вот почему в этом храме у нас сейчас эта икона, потому что Николай Николаевич Юденич, он был он сюда приходил молиться, в эту церковь, когда здесь был госпиталь этой армии. И промыслительно, пожалуйста, вот Господь нас подобил, что вот этот образ теперь у нас. Он, конечно, нас не на постоянно, нам его просто несколько дней привезли. Вот. Но тем не менее, поэтому, дорогие, и вот так все совпало, смотрите, и иконы, и вот эти мощи. Вот. Конечно, здесь еще Господь послал нам отца Пантелеимона, который его также ходатайствами, его стараниями, эти мощи у нас здесь. Благословение нашего владыки Митрофана. Вот. Ну, вот так. Нам только остается что? Наверное, радоваться, да? И как-то немножко поучаствовать, потрудиться. Раз такая святыня, надо перед ней молиться. Мы начинаем дежурство. Храм будет у нас открыт с 10 утра и до 19 вечера каждый день. Вот, будут в течение дня молебны совершаться. И поэтому, кто желает приложиться к мощам, помолиться за своих родственников, пишите, пожалуйста, приходите, подавайте записочки, мы будем служить, поминать. Вот так что вот так.
Святитель очень глубок, преподобный.